Это ребята из Сирии. И привези мне цветочек аленький из страны Заморской. Вот, так что наша Ирида, которую мы заказали еще, по-моему, в феврале месяце, если я не ошибаюсь, через тернии к звездам, после карантиновых перипетий, через три почтовых агентства все-таки добралась до нас. Правда, не все они сделали, к сожалению, из того, что я просила, но, как говорится, на том спасибо. Посылка шла с завода, прислали ее Танюше и Жене в Киев. Большое, огромное спасибо за помощь. Они ее должны были переслать через Новопошта. Новопошта, соответственно, со всеми декларациями, описаниями каждого изделия переслала ее через UPS, через Латвию, которая в итоге пришла в Израиль. Ну, короче, вы себе можете представить, какая была приятная дорога в этих украшениях. Так что это украшения, можно сказать, географические путешественники. Итак, начнем. Ну, во-первых, нам наконец-то есть, у нас наконец-то есть возможность дополнить Наташин комплект. У нее был браслет. И вот не прошло и полгода, как она все-таки получила серьги. И она получила кольцо. Вот так смотрится очень вообще классный комплект. Он мне нравится тем, что он такие гладкие, простые линии с одной стороны. Так, кольцо вышло $38, серьги 44. Вот его, собственно, вес. Розовый кварц и покрытие родием на серебро. Да, 17 размер. И, соответственно, серьги. Это Наташин заказ. Там еще у них есть, по-моему, с авантюрином такой же точно комплект. Но это я уже не припомню. Пришел очень красивый Риман комплект. Браслет, кольцо и серьги. Я так думаю, что это Риман. Да, вроде он. Значит, очень красивый браслет, сидит на руке супер. Он также идет тогл. И у нас есть 4 кольца на разный размер. Вот если сделать, например, ну можно, я думаю, тут что-нибудь. Кстати, мне нравится эта идея, что можно цепочку 2 раза обмотать, для того, чтобы вот 100% уже он не упал. Вот, тоже, как вы видите, розовый кварц. Красивенький благородный браслетик, довольно ощутимый на руке. Может быть, даже можно будет, если будет сильно большой, немножко укоротить цепочку, но это уже дело такое. Значит, $91 получился браслет после всех перипетий. Это у нас, ребята, как вы видите, 36 грамм он весит. Розовый кварц, и он черненый, то есть это серебро не родированное, а черненое, но это и как бы видно. В Ириде очень красивые модели, безумно мне нравится. Единственная проблема, почему-то они очень мало работают с натуральными камнями. Вероятно, на Украину это дорого поставки, не знаю почему, но у них в основном синтетические камни, хотя модели просто суперские, поэтому я очень многого не заказывала именно из-за того, что камни синтетика. Но вот в данном случае розовый кварц натуральный. Вот идут серьги. $37 они получились. 8,94 вес. Как вы видите, они будут чуть выше сидеть за счет низкой палочки здесь. И очень красивый перстень. $40. Интересная, тоже очень богатая модель, 17,5 размер, но он так это при желании и на 18 тоже взгромоздился.
Вот такой вот красивый комплект. Асканели называется. 12-26 общий вес. Рима хороший выбор. Красивый комплект. Не прошло и полгода, как он все-таки к нам попал. Света Иванова просила дозаказ к своему набору с уликситом кулон. Вот кулон сделали. Кстати, набор мне тоже очень-очень нравился в свое время. Ну вот от этого набора у нас только есть кулон. $37 он получился, и его масса 8,45. Фиолетовый уликсит. Мариана заказала три вещи, но пришла только одна, к сожалению. И она заказала классный очень комплект, который мне безумно нравится. И такой же Фатима тоже заказала. Два одинаковых комплекта было, и вот оба не прислали почему-то, не знаю. Так что не все пришло. Вот такая вот ракушка замечательная, что у нее там $40 она получилась. Рапан. Этот рапан 11,59 грамм, кубический циркони, имитация жемчуга, это Майорка. Но за счет этого она очень красивая, круглая, ровная, вот такая выпуклая. Тут у нас есть фианитики. Вообще, я давно хотела посмотреть поближе на этот, очень он мне нравился в свое время, этот кулончик. Такая красота. Так что Мариаша только, к сожалению, достался ей только один кулон, но и на том спасибо, если честно. С большим трудом мы все это дело получили. Оля заказала вот такое кольцо на большой размер. Вероятно, не было у них большого размера, и они как-то забыли меня об этом. Забыли мне об этом сообщить, они выслали мне три кольца, но я как бы несколько штук попросила, потому что это кольцо очень всем нравилось в свое время. Оно и по цене было очень дешевое, но сейчас после UPS, конечно, уже цена чуть дороже получается, $41. Но даже при всем том, что UPS поживились на этих украшениях в плане налогов, тем не менее, такое шикарное кольцо, по-моему, с натуральным жемчугом за $41, все равно это отличная цена. И девушки тут, значит, следующее. Это 18,5 размер. Я просила 21. Они не выслали. Есть еще два таких кольца. Я вам сейчас скажу, какие размеры. Я так понимаю, что Оля не заберет, потому как ей на три размера меньше, но ну, никак. Вот, это второе кольцо. Оно идет на 19 размер, то есть это больше, чем это получается. Если это на 18,5, ну посмотрим. 19, да, она крупнее. Но все равно не 21. Даже если оно не маломерит, идет размер в размер. И третье кольцо на 17 размер. Он даже 17,5, я бы сказала, он такой. Больше в сторону увеличения. Короче, девчонки, у нас есть три одинаковых кольца по $41 с фианитиками вставленными. Натуральный, очень крупный жемчуг. Чернение на серебро. 17 размер, 18,5, 19. 10,76 грамм. Очень красивые кольца. Забирайте. Вон, сразу все. Девчонки, это тоже был заказ. Это колечко $34 Луи Виттон, на минуточку, 17 размер. Оно такое очень мило, у него есть разные тут штучечки такие, цветочки, микрожемчужинки, ключики, лого. Ну, короче, такое очень прикольное кольцо. Ну, 17 размер на меня уже с широкой шинкой не сильно ходовой.
Поэтому мерить не будем. Вот его данные. 6.10 грамм. Это тоже Наташа на кольцо. Вот, как говорится, дождались. Ура, ура, ура. Девчонки, Агата появилась. Говорит, что работают потихоньку. Как и у всех заказов, мало работы, мало. Но, в принципе, то, что она появилась, и они работают, в отличие, скажем, от Игоря, который вообще пока в подполье сидит, уже большая нам радость, я считаю. Возрождение экономики начинается с того, что люди возвращаются, так сказать, на круги своя, в какую-то рутину. Так что это хорошо. Так, а теперь опять у нас я принес тебе в подарок не тюльпаны, не жасмины. Помните, я недавно эту песню выставляла? Ну точно, точно, один к одному. Это у нас Лена заказала перо, брошь перо 13.54, кубический циркония, покрытие роди. Это все фианиты, но они очень красивые, разных оттенков. И, конечно, такая брошь будет великолепно играть и смотреться. И напоминает нам песню. Перо жар птицы. Пришло, ребята, два таких кольца одинаковых. Это очень нами любимая оригинальная модель. Это аквамарин аметист. Оба кольца на 17 размер. Но запаковали очень плохо, и в одном из колец выпал аметист. Я его, конечно же, починю. Там хороший штифт. Это надо просто как следует почистить и на хороший ювелирный клей все это посадить. Но сам факт. То есть они прислали всю посылку, как бы собранную в одну кучу, вместо того, чтобы отделить изделия. Но это этим вообще грешат, если честно, украинские и российские заводы, когда отправляют свой товар. Я не знаю, почему. Вот, например, если тайцы присылают, вот, например, тот же Марказит, у них все это очень как-то проложено всякими... Ну, короче, продумано. А вот, ладно, не будем о грустном. Вот... Одно кольцо целое осталось, так что все в порядке. $46 оно получилось. Натуральный аквамарин, натуральный аметист, 17 размер. Второе кольцо будем лечить. Он такой 17, что он даже и на 17,5. А если бы я немножко похудела, то и на 18. Ну, девчонки, 17,5 точно. К шикарнейшему, великолепному браслету пришли серьги, тоже это был заказ, $41, белый родий. Триптих называется, кубический цирконий, белый родий, $41, 6.44 грамма. Тоже эта девочка заказала, у нее такой же точно браслет с золотыми вставками. Здесь золотых вставок нету, но тем не менее это сет, и он идет с таким же треугольниками, как и браслет. Такой суперский, совершенно современный дизайн. Ребята, жуть, как люблю я жакаранда. Это этот набор. У него такие маленькие серьги и крупное очень кольцо. Я в этот раз вот серьги не заказала, а кольцо мне очень захотелось. Я не думаю, что это чей-то заказ. Вот мне какое-то ощущение, что это я просто так его заказала. Ну, конечно, если вдруг обнаружится, что это был чей-то заказ, то мы, соответственно, пойдем на попятую. Но, в принципе, это, по-моему, просто так. Из-за того, что я очень люблю эту модель, вот такой баклажанного цвета, жемчуг почти серый, $41, 19 размер, довольно крупный, 10.37, 19-19,5 даже, мне кажется. Вот, кого интересует черненое серебро, такой вот сказочный
дюймовочку напоминает. Если кому-то нужны к нему серьги, они намного меньше, то есть они такие небольшие. Можно посмотреть в плейлист по харьковским украшениям. Так. Ребята, сейчас вам покажу несколько комплектов. У меня есть тяжелое ощущение, что это заказ был просто так мной заказан, а не чей-то заказ. Просто мне понравилось. Но мы сейчас это дело точно поймем. Значит, это у нас тоже натуральный жемчуг, довольно крупный, $44, 17,5 размер, 12,39 вес, позолота. Черненое серебро, большая кучка тут всяких вот таких цветочков, фианитиков. Очень красивое фактурное колечко. И к нему есть серьги. Тут интересно, что это указано как 17,5. Ну, я вам скажу, что он мне на 18 палец тоже довольно-таки уместился. И сейчас мы посмотрим его серьги в пару. $41. Тоже это идет позолота, натуральный жемчуг, фианиты. Штифт идет ниже, чем конец серьги, что дает нам возможность прикрыть всякие огрехи в отверстиях ушных. Значит, жемчуг чуть-чуть более выпуклый, чем этот, но он натуральный, поэтому как бы не всегда он идеально совпадает. Мне кажется, в ушах оттенок идентичный, в ушах-то совершенно будет не видно. Вот тоже такие, видите, цветочки сверху. Вот такой вот милый комплект. Значит, еще раз. Серьги 41, кольцо 44. Майорка называется. Вообще очень странно, потому как майоркой называют искусственный жемчуг. А тут он именно натуральный. А название получил майорка. Географическая. Вот еще один из новых, оригинальный у них комплект. Значит, здесь у нас тоже, что у нас есть. Это $40 кольцо, 18,5 размер, 10,60 грамм, кубический цирконий. И у нас здесь есть вот такое вот золочение выборочное, что дает некий античный оттенок, крупное кольцо на руке. И к нему серьги. Серьги идут за $37. Так. Вес 6,92. И получаете вы вот такой классный комплект. Да, из-за бирок нет у нас свободы передвижения. Есть левая и правая серьга. И кольцо довольно массивное. На 18,5. Еще раз, цена $40 и 37. 40 кольцо, 37 серьги. Еще один у них новый набор с таким очень милым названием «Шелк» и с хорошей ценой, на мой взгляд. Значит, у нас... Сейчас бирки освобожу, чтобы можно было лучше рассмотреть. Вот такие вот капельки. Черное родирование, позолота розовое и россыпь фианитов с английским замочком. Смотрите, какая нежная штука. $35. И за $35 к нему идет кольцо. Тоже, по-моему, очень милое. На 17 размер. Сейчас мы его померим и поймем. Очень оригинально, по-моему. Сейчас глянем, насколько оно 17 размер. Да. Оригинальное украшение. Надеюсь, вы оцените. $35 кольцо, $35 серьги.
Еще один тоже очаровательный очень набор, чисто серебряный, $39 кольцо, $34 серьги. Единственное, что здесь отличается, это опять же позолоченные такие точечки, но в принципе это все без вставки камней. Размер кольца 18. Сейчас глянем. Ну, маломерит, серьезно. Девчонки, это как с шаблюлем. Как губка Боб, та же история. Он 18, но на 17 размер. 17,5 может быть. Да, 17,5 скорее всего пойдет, но не 18. Вот такой вот, кто любитель таких украшений. И цена, по-моему, неплохая. 34 и 39. Обращайтесь. А как он называется, интересно? Название ему придумали «Вечер». Вечер. Ладно. И последний комплект. Как ни странно, опять же, это тройка. Ну, как бы тройка, вы, конечно, скажете, что-то странного-то. А вот сейчас вы поймете, почему это странно. Потому что тут два кольца и серьги. Такой тройничок. Значит, во-первых, ну, серьги уже я вам показываю тоже. Это чисто серебряные, $36, 6,1 грамм. И опять же позолочено. Это позолота или это чем это у нас? Позолота, да. Позолота. Черненое серебро. Значит, когда я сказала, что тут два кольца, имеется в виду на две разные руки. Значит, во-первых, вот такое кольцо идет. $32. Но опять же, никто не обязан это покупать тройкой. То есть просто как бы констатирую факт. Теория. А может, это и не. А может быть, я ошибаюсь. Эльдорадо. Это, наверное, не комплект, девчонки. Это, наверное, кольцо само по себе. Ладно, мы его отложим. Тут есть законная супруга. Я тут с любовницей влезла. По ошибке. Извините, пожалуйста. К этому кольцу Эльдорадо есть свое кольцо. К этим серьгам вот оно, свое кольцо. Значит, $36, 18 размер. Чуть было, как говорится, не согрешили тут. Значит, оно идет наверняка тоже, как и губка Боб, мало мерит. Это 17-17,5. Еще раз хочу заметить, $36 серьги, $36 колечко. И вот все-таки мы посмотрим отдельно стоящего товарища, который у нас на 19 размер, $32, 5,92. И называется этот товарищ «Теория». Может быть, я имела в виду, что как бы можно что-то типа вот такого варианта сделать, и будет комплект. Ну, кто любит, опять же. Будет, по крайней мере, некая схожесть линий. Вот как-то так. Поэтому мне показалось, что это можно объединить вместе. Ну, это такое дело. Можно объединить, а можно не объединить. У нас полная демократия. Как хотим, так и делаем. Вот, все, ребят, это все, что пришло. Разбирайте. Надеюсь, получите много удовольствия от этих украшений. Не зря они проделали столь длинный путь по миру. Вот. И все. Жду вас в комментариях, как всегда. Всем пока. Да пребудет с нами сила. Без паники. Мы опять возвращаемся, поскольку ситуация ухудшается. И не скапливайтесь. Всем пока.